Это будет самый эпичный турецкий баскетбол машинами в GTA Online. Такого вы еще не видели. Давайте наберем под этим роликом 1300 лайков. Приятного просмотра. Покупайте компьютерные игры на Steam Account.ru. Здесь лучшие цены и моментальная доставка, широкий ассортимент и ежедневные конкурсы, официальные игры и гарантия 100%. Steam Account работает с 2010 года. Один из немногих по-настоящему надежных магазинов. Ссылочки под видео. Всем привет, дорогие друзья! С вами Юрич и Армистед, и сегодня у нас первый в GTA турецкий, мать его, баскетбол. Всем привет, дорогие друзья! И все, и мы садимся по Т-20 и погнали, друзья! А вы где? А, вы где? Тёма, твою мать, ты вообще мудак, иди отсюда! Взял, короче, сел в мою тачку и повез меня. Что нас ждет? Что нас ждет? Никто не знает. Ну, конечно, знаем. Нет. Не, ну пока по картинке там было круто, на самом деле. Слушай, да, смотри. Я подобал Т-20 турки. Ой, турецкая Т-20. Я лечу прям в кольцо. И что, первый гол? Нет, прикинь, я не долетел. Жесть, лох. А ты долетел? Я пока не понимаю, что там надо делать. Жесть, тут. Ух ты, да. Доставил? Серьезно, я отрикошетил и не попал. Ой, тут стреляться можно. Да? О! Мне просто сейчас от первого лица всадили просто... Всадили? Жопину. Да-да-да. Что? Кто-то на байке катается, это как? Хрена себе, а расстреляться можно, то это получается нечестно даже как-то. Жесть. Ой, ребята, не мешайте, кто-то на байке катается, серьезно. Так, поехали, Армен. Все. Не стреляйся, главное. Я беру разгон, меня будешь коронавирус, скотина, ты видел? Да. Ты видел, блин? Да. Подставил просто меня. Да хватит меня таранить, я тебе колесо пробью, чувак. Сейчас. Блин, вот у меня скорости не хватило. Вот это немножко обидно, конечно. О, да, детка, это ты попал? Первый гол. Да, отлично, я попал. Главное не взорваться. Супер. Я доставил. Так, давай, родная, погнали, полетели. Оп. Все? А, да, все, доставил, прикинь. Блин, я опять не долетаю, мне походу надо машину поменять. Где-то я это видел, Юра, где-то я это видел. Здравствуйте! Отомстил! Просто! С налет! О, слушай, Арзентурно появился! Спасибо даже! Сразу? Я могу сказать. Да. У меня патрон закончился. Бежать. Слышь! О, да. Я еще даже вернуться не успел, а ты уже запрыгнул. Я говорю, спасибо, чувак, ты мне помог даже. Так, гладим на машине, это просто искусство глайда. Что? Искусство. Я провалился между кольцом и доской, понял? Там такая маленькая щелочка есть, и я в нее провалился. Вот я лузер. Вот. Дельфинчиком прямо сразу в центр, отлично. Очко. Нормас. Я застрял. Серьезно? Подводим мы с тобой команду сегодня. Пипец. Вылази. Что я подвожу, что ты. У нас тут Махач. Да вылази ты уже, ну. Чувак. Стрелка баскетболистов после... А, за победу, да? Ну слушай, столько машин, а кто с кем, что там вообще непонятно. Шуры-муры на машинах. Вообще жесть какая-то. Лети, чайка моя. Блин, ни хрена, чайка моя не долетела. Оу! Чувак, ты зачем так делаешь? Это было вообще не культурно, некрасиво. Смотри, меня добивают. Где все ваши чувства? Вообще никого нет, никто не мешает. Знаешь, прям так спокойненько все. Ну. Оп, чувак, Дэдпул, ты явно попал не в то время, не в то место. Да хватит меня стрелять, меня задолбали ваши игроки уже. Вот, отлично, убил. Я только жаловался, что твои игроки меня не достают, и они сразу начали меня доставать. Что-то невезуха. Все, еду, смотри, вы нас догоняете. Это фигово так-то. Это отлично так-то. Так, надо прыгнуть, чтобы никто не помешал. Давай, Зенторик. А знаешь что, у меня патроны кончились. Просто замечательно. Ну это нормально, это здорово, как говорится, мой мир. Давай. Что? Ты куда? Попал? Ой, да, я вижу тебя. Да, отлично. Офигел, что ли? Очко. Я опять застрялся в кольце. Я застрял. Я закупорил его, прикинь, я закупорил кольцо. Нет, это я закупорил его, я тут застрял. Серьезно, блин. У меня колесо горит. Что? Я вижу отсюда в кольце, короче, машины. Как туда теперь прыгнуть-то? Самое интересное, что это я за... О, она взорвалась! Что? Серьезно? Я всех держу на себе. О, да, я упал. Доставил. Она сейчас взорвется. Я расплющил кого-то. Серьезно? Или... Давайте, взорвитесь. Я взорвал себя, типа. Охренеть, там ад устроил.
Ни хрена, Юра, тут такой затор. Просто в кольцо никто не помещается. Жесть. Опять что ли? Да, тут человек 5, наверное, если не больше. Жесть. Меня не хватает, я еду. Давай, давай, взорвался кто-то, мясорубка целая. Пипец, как отсюда выехать, слушай? Долетел. Подсказывай. Долетел. Ты видишь это? Ты видишь, Юран? Конечно, я здесь. Что такое? Ой, взорвется сейчас машина. Может, выйдем? Давай выйдем. Давай, выходи. Машина горит, машина. Стой! Вау, мясо! Я уничтожил тебя. Давай, Затора, давай. Очко нам надо. Отлично. Нам 2 очка до победы. На меня машина упала. Кипец. Будешь знать. Слушай, это давай. Реально крутой, вообще просто крутой, нереально, баскетбол. Я режим, забыл, да? Слово, да. Офигенно. Опять, просто тут дырочка маленькая, как у... Я бы сказал, но неприлично. Чё, я застрял? Серьёзно, что ли? Я застрял. Опять вы, что ли? Я просто застрял. Пипец, только не убивайте меня, чуваки, я просто застрял немножечко. Так, давай, поехали, поехали. Спасибо, проталкивайте. Как говно. Отлично, просто. Когда попкорна наелся. О, жесть. Да давай, газуй. О, я протолкнул снег. Есть, супер. Спасибо, красочка, кто победил. Раунд поражения, что? Победа. Конечно, комментарий подписчика Юра Сантехник меня просто убил. И да, Юран чистит трубы, он помогает народу, просто делает хорошие дела. А ко мне тем временем сел какой-то чувак, и я просто как такси довез его бесплатно. Сейчас я его довезу. Слушай, он факт крутит, так. А, вот, все, мой вышел, хорошо. И что, ребята, что у нас? Надо, короче, кому-нибудь колеса подбить, это по-любому. Эй, только не мне, слушай, только не мне, пожалуйста, я тебя прошу. Ой, я своего замочил, походу. Молодчина, ты просто супер игрок. Опять я в этот долбанный банкомат попал, понимаешь? Лол. Там есть такая маленькая дырочка. Я в нее все время попадаю. Я просто идеальным дельфинчиком попал. Разраб. Ой, тут все наши, что ли? Все наши! Четыре человека. Серьёзно? Просто, да. Слушай, а я нашел мотоцикл, тут спортивные машины всякие стоят. Это ж прикольно. Это, наверное, для того, чтобы переход играть. Дверь, прикинь, чья-то стояла. Просто толпа наших, 5 человек, ты понял? Сразу 5 очков должно быть. Сразу 5 я очков, давай. Серьезно, что ли, идите в жопу, я сейчас А почему 3 только все. Дали? 3 дали только. Судью подкупили, понимаешь? Это все. Нет. куплено. Что-то не то. Нет. Нет. Я попробую, короче, перетащить тачки, что-то не то. Ой, не долечу, да? Да не долечу же! Или долечу, ни хрена не долетел. Вот я просто везунчик. Ага, конечно, и упал еще к тому же. Супер. Ты нифига, ты там хорош наших убивать. Ой, троих замочил. Ой, разгон нужен, главное разгон. Там уже сманеврировать как-то можно. 3-1, да серьезно, что ли? Я не знаю, до нас пятеро запрыгнуло, что-то какая-то дичь уже. Но мы вас в прошлом раунде вздрючнули, так что простительно. Чувак вышел, понял, прям такой, знаешь, как в эпичных фильмах на ходу. Просто. Как в особо опасен или где-то там. Отлично. Так, еще что ли один забил? Нет, я убил еще одного вашего. О, супер, прям в колечко, ровненько в колечко. Отлично. Супер. Только не убейте меня, чуваки, прошу вас. Так, доставил. Пиши доставил. Открыточки пиши лучше. Ай, я же доставил ее. Да. Все, отлично, я успел. Тебя завалили, что? Нет, прям очко вам не дали еще, подожди. Да. Как не дали? Чего? Как не дали? Было же написано то, что армистед достал. А что? Меня фас расплющил. Твою дивизию, я не ту тачку доставил. Сука, везунчик. Здорово. Я доставил вашу тачку, твою мать. Красавчик. Иди нафиг просто. И просто дельфинчиком. И да. Попал? Нифига себе. Конечно. Не везет. В тот раз тебе не так везло, да? Да, действительно. Слушай, просто эпичный, вообще самый, наверное, эпичный вообще режим, который мы снимали среди баскетболов. Среди баскетболов это да. Вот, what the fuck. Ни хрена себе, парень, просто снайпер. Меня фац убил, а потом появился. О, да, уничтожил объект. Так. Как я уничтожил его? У меня нету патронов. Что-то странное происходит, это какой-то баскетбол, не до баскетбола. Ух ты, как я перелетел-то!
Перелетел, все. Давай, полетел. Значит, заново попробуй. А где мотоцикл? Слушай, все мотоциклы пропали. Опа, Юра, здорово! Хрена ты перевернулся. Вау, опять взорвали что-то. Эпик, эпик. У всех оружие, у меня вообще ничего нету, как так? Факом крути такое. Зеркало оторви кому-нибудь. Пусть они думают, что ты опасный. А я опасный? Чувак... Так, чувак, ух, ни хрена себе, что сотворил, я просто на ходу из машины вышел, прикинь. Оу, жесть. Так, тачечку берем. Что ты делаешь? Да ты задолбал, дивизия. Что ты делаешь? Опа, красиво. Красиво, спасибо тебе, чувак. Он защитил меня, защитил. Ты задолбал! Задолбал просто. Да задолбали меня все толкало! Просто всей командой меня толкают, как мячик. Осталось долететь. У меня открылась дверь. Просто стояк двери. Стой, что? Это лампа двери, чувак. Блин, как я не попал? Просто они задолбали меня убивать, понимаешь? О, супер. Супер, я в машине. В белой машине. По-моему, нам нужно белый доставлять. Так что я сейчас доставлю. Спорим? Да. Просто нет, спорим, что доставлю. Давай, спорим. Спорим. Че, петух, где-то сзади едешь, да? Так и сдал. Так и сдал просто. Нет, 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 иди в жопу. Просто иди в задницу. Кто-то едет за мной, блин, я чувствую прямо. До вас там дофига летит. Я не долетел, все Юра из-за тебя. Просто все из-за тебя, понимаешь? Yeah. Чувак даже не может. Просто спустить. В защите отыграл как боженька. Опять не долетел, да ладно, ну что такое? Да, на белые Т-20 меня не прет. Блин, по мне стреляют, это, знаешь, это не очень хорошо. Это потому отлично. Что мне сейчас в жопу настреляют. Да ни хрена это не отлично, Юр. Просто не отлично. Залети! Залети, ты долбанная машина дьявола! Что она не залетает? Я не понимаю, Зенторна не для баскетбола. Да я перелетаю просто, понимаешь? Я просто пережил. Я опять попал в этот миллиметраж, друзья, еще и взорвался! О, это что, все? Раунд победа, друзья, да.